Когда дома есть творог, часто готовлю ленивый хачапури. Очень вкусно и просто. Для этого рецепта нам понадобится 350 грамм творога, 80 грамм сыра, натираем его на мелкой терке. Добавляем 2 яйца и измельченную зелень, соль и специи по вкусу. У меня паприка и молотый черный перец. Все хорошо перемешаем. Далее добавляем 3 столовые ложки муки и замешиваем тесто. Хорошо перемешиваем и можно идти жарить. Жарим на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла. Жарим с двух сторон, как обычные оладушки. Сыр с творогом отлично сочетаются и получается очень вкусно. Подаю со сметаной. Приятного аппетита!